такое ОП, не ОП? По-твоему? Ну, я взял... Я очень давно хочу сыграть тинкером. Но если бы мы играли пик на обычных правилах, то 11 архимагов — это слишком. Я бы не архимага, кстати, взял. Ну, ты бы лича. Вадим, ты слишком много героев запретил. Ну, не знаю, осталось еще... Пол одного барака запретил, там 6 героев где-то висел. Да. Я запретил порядка, там, сколько, 20% героев. Да, хотя какой 20, 15? На самом деле, я не могу ничего придумать лучше, чем... Ну вот, не знаю, мне понравилось просто. Он такой, как бы, и героя застилить может, и фармит хорошо, мне понравилось. Мне кто-то по IP хотел найти. Он драконов собирался найти, если ты дракон, то да. Сатир уже есть. От чела, кстати, которого я что-то не забанил. Вот здесь Демон Хантер. Это странно. У меня прикольная тема, что ульта не уязвимость к магии. Что у нас еще? У нас рыцарь, который меня поймал. А, ну криптлорд, кстати, я тоже о нем думал. Что еще? Нет, криптлорд, иди нафиг. Да, кстати, жук ОП, надо было запретить. Да. Ну, уже поздно, конечно. Ну, будем надеяться, их там сейчас не куча. Что-то одни ребята вышли. Так. Форсир, ну, не ОП. Ну, форсир нормальный, Кэтл Брузер очень такой жесткий фокусер героев. А что у него есть вообще? У него есть Нова, но она бьет только в одну цель. Койл и ульта, которую он носит. Ну, вот видишь, вон у него Нова в одну цель, но очень сильная. Ну, Нова и Койл, это уже, кстати, неплохо. Так, и два скилла. И ульта, 1000 дамага. Ничего. Слушай, круто. Ой, ну еще один есть такой. Славика решила поделиться, я все захавал. Последнюю печеньку был. Последнюю печеньку. Ротоподъем. Ну что, вкусненько. Будет исполнен. Ну там вкусненько. Ну гоу, это значит гоу, пацаны. Что-то я не понял, у вас там только фиолетовый в команде, что ли? Они просто через 15 секунд это слышат. А в чат они тоже читают? Да, видят тоже. Они настолько преданные зрители стрима, что они даже читают через 15 секунд, да? Ну, Дима, ты... А, не, нормально. Не, я очень хорошо помню. Гоблины выходят, гоблины взрываются. Гоблины молодцы. А где мы? О, у меня два фута, пытается он через всю армию пройти и спастись. Можно, кстати, этот крик сделать. Скиньте деньги. Я крик куплю. У нас надо было еще чувака с ультой бестмастера, только с огоньками. Забыл, как его звать. Ну вот, думали даже его запретить, но что-то, видите, не запретили. Но он такой неплохой, ну так, неплохой. Не более того. Можно еще подвести футов. Еще вопрос, когда закрыли партнеров на Твиче? И те, кто создавали 5 баксов. Значит, 5 баксов. А там вроде стримеру 2,5, что ли, идет. Ну, вообще, замутим когда-нибудь. Ну, я думаю, в ближайшее время, потому что сейчас у нас довольно много зрителей, поэтому есть смысл. А так просто, ну, не хочется кого-то упрашивать сейчас о чем-то, что типа, а, чуваки, дайте мне. Я тогда написал человек, который больше всего был против наших сходки. В Питере? А, в Дракенсинге? Да. Типа, это реклама. Для того, чтобы были деньги на развитие канала. Да. Так давайте задонатим. А теперь говорит, партнерку замутите. Так не, ну там же там донат такой, что он типа подписывается на канал, платит 5 баксов, и 2,5 из них идут типа мне, а 2,5 типа Твичу. Ну какая-то странная система доната. Все равно не помню. Партнерка что-то не просто так. Ну, ему, еще... ему важно, каким способом он тебе даст. Да, да, ну, да. Ему важно Твичу еще заплатить. Да. Что-то мы опять правых, короче. Что-то мы совсем как-то запушили. Да.
У меня, кстати, есть свиток, так что можно... Блин, как-то... Нет, вот... то здесь не надо, наверное. Ой-ой, там халявный жук был. Да, его... Забрал, его баба забрала и... Блин, был избран. Не знаю зачем. Вроде тут... Чё-то мы барак уже, кстати, пьём. А чё, давай сломаем барак. А? Можешь сломать барак. А чё, давай. Я подвожу. Просто рад кликом. Я тоже с криком. Блин, тут, конечно, на меду такие ребята жесткие. Ой-ой, там этот? А, уже никто не кричит вроде. Или кто кричит? Подожди. А это наш кричит, что ли? Да. А, да, норм. Так, все, сейчас мы, пацана... Что-то это вообще какой-то Rush Footman Wars назову. Это просто. Я эту игру когда выложу. Опа-опа, а кто так подамажил? Просто через райт-клик ломается барак. Не будьте нас... А, кстати, вот фиолетовый, как раз ты его хотел забанить, давай его забаним в игре. Прям непосредственно. Да. Чё, кто у нас этот ведет юнит? Не знаю, у меня уже 1700. У меня 2000. Давай, в этот раз тебе скину. Так. Ну как, в прошлый, в общем. Да-да-да. Чё, второго-то ломаем? Да, ломаем. Просто пускай через. У меня уже этот третий завод. Так, а что мне делать? Грандов, наверное, да, опять? Ну да, да, сейчас гранты. Как раз тот момент, когда будут гранты против. Что прикажете? Да, ваш сельчик. Отлично! Два кэтлбрузера ревнуют, короче. На нас напали. Один другого. Культует. Так, ну что, барак ломается потихонечку. Лепота. Реально раш какой-то жесткий путь. Ты же хотел быстро сыграть, вот мы быстро. Ну да, тут как-то мы перевыполнили план даже, мне кажется. Все, я наконец подошел. Ну, у нас герой с другой стороны хороший, конечно, не ОП. Ну, потому что ОП мы. Да. Ну нам повезло. Запретили. Нам повезло. Попались хорошие герои. Ребятам не повезло. Ребятам не повезло, они справа оказались. Справа самая такая. Да лол, сбывали ваншоты. А, ну да, кстати, в этом плане тебе так себе. Ну да, тут эти вот кэтлбрузеры всякие. Мне мало того, что у меня в целом 600 кп, так еще и... Попробуй таверку забрать, сколько за неулучшенную голды, интересно, дает? Или нисколько не дает? Я пробую. А, таверку? Таверку. За барак-то 300 дает. Ты забрал? Нет, я верхнюю. Да, я посмотри. Там все равно чувак заберет. Мне ничего не дают, значит. Видимо, даже я добил, так, видимо. Теперь вот этих, потому что они мне бесят. Бесят? Ну окей. Да. Давай тогда, ну... Красть этот... Через нашу базу поведем войска, да. Чтобы, ну... Ну там учти, кэтлбрузеры у двух разных, так что. На нас напали. А и там, и там. Да. Нет, ну пофиг. Надо там планомерно пушить. Ты выхожу в воде тоже. Что у меня пока мили... эти рейнджи надо милишник. Что прикажете? Как скажете? Что, пульта есть? Звери бегут. Но этот наш чел, конечно, не жарит своей ультой. Надо спиной поворачиваться в таких случаях, чтобы звери через них бежали. То есть, ну, так больше эффекта. Ультану, в принципе, что мне? Я ультану перед смертью. Лол, 25 хп успел уйти. И ультануть. Слушай, а туда бы крикнуть, вот у тебя есть деньги? Или ты можешь что-то дать? Могу дать. Я... Не, у меня и деньги-то есть, просто не подойду. Ладно, не дойду. Я если дойду до магазина, то я уже не... Ладно, я дойду. Дошел. Да, ракеты хорошая тема. Кстати, вот тоже, ну... Вначале, типа, света круто, а как будто... Да, лол, у меня просто ваншоты каждый раз. Где он там? Это он не отсюда, а вот он. Тонулся.
Давай, с руки, еще раз. Ах, я заливатель онлайн. Не, ну конечно, мой герой сейчас кажется ОП, но просто тема в том, что он чел, например, 4 уровня, а я 11, так что... Возможно, в этом возможно с этим связана, да, сила моих заклинаний. Так-то Тинкер, конечно, уступает многим героям, но, тем не менее, он очень, конечно, сильный. Особенно, когда он 11 левела против 4. Ну, Костя. Костя старый уже, не трогайте его, он дед. Вчера был его праздник. Может быть, он умер. Просто с ошибкой. С ошибкой. Мне отец сегодня прислал, короче, документа о награждении моего прадеда Красной Звездой. Нашел в инете, короче, орденом Красной Звезды. Попробуй тут потонарить. А то мне его сносить сейчас, а он вышел. А он ливанул. Что за неуважение такое, да? Ну я как бы во все. Угу. Чё-то КД на ульт огромный. А это ты кто? Кэтлбрузер, что ли? Если Кэтлбрузер, то да, конечно, это убить героя. Практически. Еще бы был бы не огромный. Ну ладно, чё. Чё там, кстати, по баблу? У меня 1800. Ты не за нас. Это здорово, конечно. Но... О, Вадим, скинь меня, будут у Рена. Ничего не нанес особо, потому что я тебе как-то перескинул чуть-чуть. Ну ничего. А возможно я это обманул. Мне еще чуть-чуть нужно до турен. Зачем? А, ты... Да, там, ну я просто райдеров не хотел делать. Еще 400 просто. Ладно, 400 это недолго. Жестко, да, так прокастил. Ну, ты получил 400. Да. Так, ну что, демон там? Что-то демон какой-то неистовый. Надо его забрать. Мои футмены сейчас с этим разберутся. Но тебе! Но ракеты не получи по лицу. Ай-яй-яй-яй, меня идут убивать! Сопля летит из носа, наковырял и кинул, лол. Сопля в итоге из носа долетела, он тоже, скорее всего, умрет. Нет, он. Странно, кстати. А, с нами Андрей, странно, что он взял эту лучницу. Она же не сильная. А, это Андрей не шарит, как культовать. Можно его скайп позвать, сказать. Андрей, ты ну бас. Че, давай сразу этих черных тауренов. Ну, Андрей, я знаю, он никогда денег не скинет. Не, он, по-моему, даже что-то кидал в этой игре. Я точно не скажу. Мне так кажется. Взял Тинкера, потому что он тоже льет. Прямо. Точка. Вадим, как называется Warcraft, на котором ты играешь? Кого? Blizzard. Есть такая компания, малоизвестная пока, но я верю, что в будущем они раскрутятся. Потому что они делают хорошие игры, но неизвестны почему-то в мире. Я не понимаю, почему до сих пор так. Я считаю, это несправедливо. Что-то косарь урона себя не оправдывает. Я утону сразу, чтобы... Ну, нормально, добиваются рифлы. О, Андрей в этот раз ультанул правильно. И все повеселее. Потому что, во-первых, тогда первые дохнут рейнджи, потому что звери бегут с той стороны, со стороны, с которой рейнджи стоят. Ну и рейнджи, и герои в первую очередь терпят. Во-вторых, можно стоять на более дальнем расстоянии, и все будет все равно нормально, потому что... Вы понимаете сами. Надо пару раз шестерню качнуть, она как-то в оригинальном варике улучшает все способности Тинкера.
О, Тинкер Хирокиллер, кстати, неплохой, говорят. А я в это время просто паком Тауренов пушу нижних, левых. Ой-ой-ой. При этом я туда вообще не заходил. Герои. Вот это ракеты были в моем исполнении, королевские. Просто всеми попал. Да, ни одна ракета мимо цели не пролетела. Им куда кинуть ракеты-то? Че, Дима, скоро? Черные Таурены? 2600 вообще сейчас. Хватает? Ну, не хватает или есть? Нет, 2600 есть. 5500 тут скинул. А-а-а. Отпусти меня, чудо. Да, мне кажется, не понадобится. Нет, смотри, ну, просто. Ну, рекордные что-то. Черные Таурены тоже было бы прикольно. Ну, так я тут уже нижний почти снес. Сейчас я тут еще утону. Ой-ой-ой-ой, тут у нас большой демон. Нет. Демон, манобер на 80. Лол, а чё форсир сверху откуда-то прибежал? Не, не, Андрей, скидывай деньги. Ты его видел. Офигеть. Что-то не так. 8500. Ну, тебе. Мой футмен тебя сейчас зарежет. 8500 тебе Андрей скинул или есть 8500? Нет, есть 8500. А у меня есть лягушка под контролем. Это круто. Ты, кстати, эту башню сломай, она много денег даст. Вот которая грейдится, она уже дает деньги, это я проверял. Нифига себе, у меня маленький чувак из завода взрывается, 160 дамаги наносит. Неплохо. Да, игра получилась действительно такая незапарная. Пацаны, пацаны, что за контроль? И сопли опять полетели. Вас кто-то просил контролить вообще? Блин, не добивайте здание. А-а-а! Нет же. Отлично. Монобер на 80 опять, но ты прям не в бровь, а в глаз. Каминка будет еще играть. Ну я по максимально. Смотри, я максимально фармил. Сначала убил башню, потом героя, только потом добил барак. Ты опасный. А, блин, у меня еще не 16 левел, черт. Кстати, еще 3000 будут черные. Ну не факт, что они понадобятся, у меня 2,5 пока идет. И футы, футы. Футы. Это Космодан. Короче, я ничуть не выдержал до следующего грейда ульты, к сожалению. Ну ничего, зато мне не страшны. Но! Думал, уйдет, наивный. Вот и следующая ульта. А, нет. Как раз не хватило плюсиков на ее изучение. Да, ходят слухи, что ведьмаки не очень хороши против Тауренов, средний армор, против там милишной атаки, все дела. И Андрей тут у нас. И вообще все у нас. Да, это реально раш какой-то получился. Неплохой такой. Не что помню я, что мы так быстро сносили зрителей. Причем я бы не сказал, что нубасы там были все. Вроде да, зрители хорошие. Ящерки жесткие, всех убивают. Ну так да, потому что у него уже какой левел. А, это еще не последний левел ящериц. О, нормально, пол героя сносит. Андрей, кстати, этот не качал практически свой нюк против героя. То есть он качал ледяные стрелы. Видимо, какая-то секретная тактика. Это как монобер на 80. Ты, кстати, этот черный Таурена там. Че, подошли две штуки. А, все, уже есть даже. Да, уже есть. Я в этой игре, короче, Вадимка инвестор, короче. Нет, в следующей игре мы будем играть в абсолютно новую карту, в которой мы быстренько не разберемся, поймем, что фигня и так далее. Так, ловим ракетами. Но тебе. Оть! Чуть не добил, ну ладно. Да-да-да. О, чел по ошибке эльфов грейдит, короче. Химерницу сделал. Уже добивали. А, это ты? Да. Ну, победные ракеты. Это было сложно. Это было справились. Not even close. Да, неплохо, неплохо. Чё по ресурсам, мне интересно, сколько я скинул ресурсов?
9131 золото я скинул за 19 минут Лом, Диме. Причем у тебя войск убито почти столько же. Да, мои футмены тащили. Войск нанято 470. Ну да, по-хорошему надо было на кого-то одного скидываться.